Лука 22:43. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. Лука 22:32. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. А что у нас? Идет служение Богу, а в храме шум и гам от шаркающих ног, движение в кривь и в кость, к амвону и к порогу. Пришли, зажгли свечу, а толку или проку? И то ли это все, чего от нас ждет Бог? Выходит пастырь в ризах позлощенных и лекцию доклад читает, но о чем? О том, что нет вовек тому прощения, ни от властей, ни в будущем мучении тому, кто на него поднимется с мечом. Властолюбивый окружен льстецами, он с панихиды трепни требуя возьмет. А как нам жить? Догадывайтесь сами. Юродствуйте с ногтями, с волосами, и горесть лжи считается за мед. Тупая спесь, бездарность и обида прикладывается к древним образам, примеривает ризы к тем хламидам, но не похож ни образом, ни видом, среди икон примащивается сам. Увы, увы, как 2×2=4, желающие здесь внутри таковы. Все на ногах обвиснувшие гири, без критики, насмешек и сатиры, к чему пришли мы, потерявши слово. Полны невежества и диких суеверий, плутам и пьяницам копейки подают. В сердцах и в разуме распахнутые двери отступничеству, слухам, лицемерью. Здесь тупостью обставленный уют. Бог требует чистейшей и безгрешной, и жертвы чистой, только чистоты. А мы, наоборот, на выворот, в насмешку, нечистая свеча и лепь, все вперемешку, с нечистотой братаются на ты. Не потому ли копотью и чадом друзьям и недругам оставили следы? Не видим тех, кто оказался рядом, рукою, словом или просто взглядом отвлечь от подступающей беды. Но нет и нет. Восторженность под спудом свечных огарков, часовых стояний и слово акафистов, канонов, тонны, груды. Но не было и нет, похоже, и не будет трубы понятной побуждения к брани. О, где вы, где, подвижники Христовы, готовые взойти на эшафот со словом милости и с обличения словом, кто не наемник, но вместить готовый народ и ко Христу нас поведет. 11 ноября 1983 года.